Около 260 костей взрослого человека создают каркас тела и защищают внутренние органы. Мозг окружен костями, формирующими череп. Сердце и легкие находятся внутри грудной клетки, а позвоночный столб обеспечивает защиту спинному мозгу. Скелет также отвечает за хранение кальция, фосфора. Костный мозг внутри трубчатых костей содержит стволовые клетки, которые, собственно, и дают начало клеткам крови. Взаимодействие между скелетом, мышцами и нервами дают возможность телу двигаться. Нервная система посылает сигналы скелетным мышцам на сокращение. Это запускает движение в сочленениях. Движения скелета обычно вовлекают пары мышц, действующих противоположно. Например, одна должна расслабиться, а другая напрячься. Существуют и неподвижные соединения костей. Так кости черепа соединены костным швом, когда кости заходят друг в друга. Такое соединение дает очень высокую прочность. Все кости черепа соединены неподвижно, кроме нижней челюсти, которая способна двигаться.